Понятно, что ситуация стремительно меняется. Та история, про которую мы, о которой мы договаривались некоторое время назад, она выглядит вроде бы теряющей актуальность, но на самом деле нет. Потому что в условиях санкций, которые были, есть и будут, известные способы выйти из них. Санкции накладывались на Израиль после его нападения в 1967 году на арабские страны со стороны стран Европы. На Китай после событий на площади Тяньаньмэнь и еще в ряде, и еще там несколько волн, тем недавно последнее. На Иран системные, глубокие и так далее и тому подобное. Есть опыт санкций, есть опыт успешный преодоления санкций, есть безуспешный. Вот успешный опыт, он всегда сопровождался тем, что страна находила те или иные опоры для своего развития, да, в том числе научно-технологического, для повышения собственной эффективности в новых условиях. Там, ища выходы, формируя собственные там, локальные компетенции, формируя, ища партнеры на внешнем рынке, повышая эффективность своего там, сектора и так далее. Но сидеть и ужасаться тому, как, значит, все происходит, это лучший способ угробить и себя лично, и свою страну, соответственно. Значит, только проактивная ситуация, она дает возможность, и возможность достаточно реальная, судя по опыту тех стран, которые попадали под этот удар, выбраться. Ну, коротко там, что в мире. Да, в мире идет несколько волн модернизации, значит, все мы видим цифровую, значит, все мы видим энергетическую, значит, которая сопровождается поиском, соответственно, достаточно глубоких историй в области физики вещества в плане накопления и преобразования энергии. Значит, там последний, ну, как бы, рубеж обороны, это там и термояд с одной стороны, и с другой стороны всякие тонкопленочные, например, преобразователи энергии, которые дадут возможность питаться солнечным светом в европейской, так сказать, с европейским уровнем освещенности, там не только в этих самых, в Африках там, и Южной Азии. Значит, вся эта история, она ведет к трансферту технологий в развивающиеся страны. Это для нас, особенно в новых условиях, важнейший вызов, потому что, естественно, ну, цементируется ситуация так, что мы, что нас оттесняют на рынке азиатских стран. Вот туда как раз будут заходить станки с цифровым программным управлением, туда будут заходить электронные технологии там, образца 2000-х годов, то есть как раз того периода, когда мы в силу известных всем структурных процессов, так сказать, 90-х, 2000-х годов, когда мы технологическим развитием, можно считать, что и не занимались толком. Там, ну, в оборонке местами, там, и местами, и через 10 тут. Вот, поэтому нам тут будет, проблема для нас будет достаточно жесткая. И третий момент, что рынки энергетических сырьевых товаров стабилизируются, поэтому с рентой будет плохо. Вот, соответственно, плюс, значит, всеми понятные ограничения, связанные с импортом и с тем, что с экспортом, и с тем, что нам придется преодолевать ограничения за счет введения дисконтов, соответственно, экспортная рента, она так или иначе не сможет быть тем, ну, локомотивом роста, как нам бы хотелось всем. Хотя до известной степени сможет. Ну и, соответственно, в мире там известное дело, там рост доли автомобилей, значит, электрических и гибридов. Значит, соответственно, это история на энергетические рынки. Там, я просто освежаю там понятную всем картину. Значит, возникновение цифровых платформ, как в том числе и в потребительской, и в промышленной сфере, как новой точки сборки для продаж и для управления процессами, это для нас сейчас очень важно, что делает формирование новых цифровых платформ и фактором безопасности, и, возможно, фактором экспансии. Потому что, в общем-то,
Кто контролирует платформу, тот контролирует и доступ, и копящуюся на ней информацию, и для некоторой степени условия для тех, кто там работает. Что мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем с потребительскими платформами, да, с правами. Значит, соответственно, в мире есть спрос на независимые от контроля ведущих центров экономической силы, статов и до некоторой степени Китая платформы. Соответственно, туда, по крайней мере, в промышленные, в незастроенные сферы, в общем-то, можно будет в долгосрочной перспективе влезть. Мировые рынки технологической продукции будут быстро расти, ну, чтобы экономить время, там, понятно. Значит, что у нас на старте, так сказать, на старте новой ситуации? Значит, мы имеем мы должны понимать, что мы имеем большой научно-технологический комплекс. Это, ну, у нас довольно большая экономика, где-то 5-6 в мире по паритету покупательной способности, размер плюс-минус Германии. Значит, несколько меньший научно-технологический комплекс, но размером плюс-минус Италия. Понятно, что существенная его часть оборонка, и там оценка по паритету, там, как там, гиперзвук и военно-ядерные исследования оценивать. Но, грубо говоря, масштаб не сказать, что развивающиеся страны, прямо скажем, но и не Соединенные Штаты. Где-то, соответственно, где-то, грубо говоря, мы в десятку по размеру комплекса входим. Вот, соответственно, мы в области естественных математических наук опять-таки входили перед всей этой вот историей на старте, да, входили в десятку публикационной активности. Сейчас покажу мировой. В чем проблема? В том, что у нас сектор большой, но еще больше по мировым меркам уровень занятости, причем в значительной степени. Нам не удалось отвязать не только фундаментальную, но и прикладную науку от своеобразной научной инерции. То есть у нас сложился конфликт приоритетов, что у нас часть науки работает по традиционным сферам специализации там, в значительной мере. Значит, когда мы, там, те, кто работает в РАН, это там, может быть, хорошо знают, да, вот, пишем для себя задачи. Вот, часть работает на госнужды, вот, это значительно, ну, частью РАН, частью ГНЦ. Да, специально была создана в 90-е годы там некая система, которая позволила использовать часть потенциала для решения тех невеликих задач, которые мы могли себе профинансировать не по остаточному, а более живому принципу. Значит, плюс у нас возникла корпоративная наука и технология. Там Яндекс, например, занимался там достаточно и серьезными исследованиями в области семантики. Cognitive Technologies является одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта, распознавания образов и всех вот этих вот историй, вот, которые находятся толком вне сферы госуправления. И мы только-только начинали разворачивать вот эти связки между большой государственной наукой, между РАН, между государственными научными центрами и вот этой вот отраслевой. Тут глянули все эти события, вопрос, как это все это будет происходить. Зависимость порядка ключевой компетенции от внешнего мира. Чистые вещества, электроника, участие в научных проектах. Значит, понятное дело, что очень важно это база данных и алгоритмы инженерного обеспечения. У нас там в значительной мере расчеты велись не про бог бы с ним, что в западных оболочках, вот, но обращаясь к западным базам математическим, западным базам инженерным и так далее и тому подобное. В чем-то, может быть, и хорошо для мирного времени, но вот в условиях жестких санкций вряд ли мы сможем обращаться при инженерных расчетах, например, к базам данных, сименсовским, американским базам по прочности, по тепловым режимам и так далее и тому подобное, расположен за пределами нашей страны, наоборот, в пределах стран, с которыми у нас отношения в высшей степени плохие. Вот. Ну и высокая значимость технологической безопасности. То есть мы вынуждены будем поддерживать, в том числе за счет государственных расходов, в течение ближайших там, значительного времени, расходы на поддержание устойчивости
и в оборонной сфере, и в сфере там, информатики, обеспечения устойчивости информационных систем, и в сфере биомеда и так далее и тому подобное. Она, скорее всего, полезет еще технологические разрывы в производственных сетях, которые раньше закрывались импортом готовых там, коробочных технологических решений, довольно большим по расчетам Широ, где-то 1-1.5% ВВП. То есть там вот коллеги из Инпрана там, доказали, что мы вышли там, на целевой показатель, там, в каком-то смысле, 3% расходов на него, только мы 1-1.5 делаем внутри и еще, значит, примерно столько же импортируем. Бог бы с ним, когда мы импортировали всякие там, ну, условно говоря, примочки, но в ряде случаев это необходимый элемент, встроенный в цепочку производственную. Опять-таки хорошо, когда это там не санкционные страны вроде Китая, но боюсь, что количество таких дыр будет довольно заметным, и возникать они будут неожиданно, потому что это корпоративный сектор, который был ориентирован на коробочную сборку. У нас возникла ситуация, когда Академия наук мирно занимается своими планами исследований, самые лучшие люди, значит, публикуются в мировой научной прессе. Вот, кстати сказать, да, где-то вот в пятерке местами, в десятке довольно много там по физике и астрономии, там не влез слайд в картинку, вот там на четвертом месте там по публикационной активности и так далее. Да. Значит, тем временем наши компании закупают высокотехнологичное оборудование, алгоритмы и так далее в наиболее развитых странах. Все это было, значит, вызывало естественно негативную такую коннотацию и у государства, и у экспертов, и у науки. А теперь вот гром грянул, и мы с этой ситуацией остались в гостях. Соответственно, вот эта вот история, когда у нас наука оторвана от производства, она хорошо иллюстрируется графиком, ну, это одни мысли, там довольно много, такой условной эффективности, когда затраты на неокр по паритету покупательной способности, естественно, значит, логарифм, чтобы убрать эффект масштаба, да, и экспорт высокотехнологичной продукции. Большинство стран находятся вдоль там, генеральной последовательности, поверьте, там, как звезды. Да, вот это вот оно не показывает. Зайчика этого нет. Ну, вот видно, да, оно идет. Точнее, двух. Там есть оторванная группа сборщиков, в которых вроде высокий экспорт при малых затратах. Но это кривая загибается у тех, кто ведет либо лидерские научные разработки, либо обороной занимается в больших количествах. Там США, там, Германия, Япония, тут там хвостик вверху. Россия, она двигалась из совсем уже белого пространства, много затрат, мало экспорта, приближается в последние годы, год за годом, мы отслеживаем эту ситуацию, главной последовательности, но от нее была еще довольно далека. Вот. Это, с одной стороны, был, по крайней мере, это для нас, для всех до сих пор вызов определенный, потому что много-много закачивать денег через государственные каналы мы не сможем уже точно. Вот. А вопрос экспорта у нас стал более сложным, прямо скажем. Вот. Нам придется добиться эффективности научно-технологического комплекса в том или ином смысле, чтобы он делал решения, соответствующие на выходе, соответствующие тому, что мы теряем при уходе с мировых рынков. Значит, вот этот переразмеренный комплекс, он ведет к чему? Что мы, значит, в принципе, одни из крупных по расходам, где-то там уровень вот, больше Италии, меньше Тайваня, там примерно как Великобритания, Тайвань, Россия, Италия, вот, группа такая, да? Значит, но при этом у нас довольно-таки здоровенный он по численности занятых. Вот, и расходы на одного у нас как в стране такого глубокого второго эшелона. Вот есть главная, вот эта основная группа, и мы там туда внутрь ушли. Даже в благополучное время. Почему? Потому что расходы были в значительной мере государственные. Так, выкинул слайд. Мы были почти лидером по привлечению, жили на государственной, в режиме государственной науки. Значит, что-то делали, оно не очень хорошо конвертировалось в результаты. Отраслевики занимались, не очень понимаю чем, но бизнес был ориентирован на импорт разработок. И тут по нам ударили санкции.
Дальнейший фронтальный рост финансирования науки и технологий нереален. Бюджетные ограничения, население, бизнес, потери, тыры-пыры. Поэтому неизбежно будет идти приоритизация. Хорошая новость, что приоритеты будут. Плохая новость, что фронтального развития мы в ближайшие годы получить не сможем. Значит, отсюда задача выхода за пределы разомкнутого цикла, о котором я говорил, российской науки, когда мы греем мировое научное пространство за счет расходов своих, в том получаем коробочные решения, высокотехнологичные, на выходе. Замыкание, по крайней мере, в отношении развивающихся отраслей. Значит, есть существенное ограничение, связанное с технологической модернизацией этих самых отраслей, с тем, что у нас на самом деле не дефицит труда в экономике, а скрытая безработица на низкоэффективных рабочих местах. И, соответственно, у нас одновременно очень низкий уровень, например, роботизации и очень низкий уровень инновационной активности, довольно низкий уровень производительности труда. Вот это единый комплекс. Одна из причин, почему у нас слабовато внедряются наши технологические разработки, с тем, что вот мы, например, не рискуем увольнять. У нас есть мирового уровня решения по беспилотному вождению автомобиля, уже готовые, внедренные там 100 раз. Вот, но мы не готовы их широко развертывать, потому что мы там не очень понимаем, куда девать водителей ГОКи, в первую очередь, это не на трассах общего пользования, а как и во всем мире. Это всякие карьерные производственные истории. Значит, все это расположено далеко, не очень понятно, куда рабочие-то денутся. Значит, тактика и стратегия. Значит, условия кризиса, тактика, текущий год, обеспечение выживания, гарантии по госзаданиям, индексация зарплат, обеспечение критического импорта компонентов, там всякого вот этих историй, через Китай, не через Китай, через прокладки, там неважно. Вторая стадия – это выявление государственных задач, там, в цифровой сфере это обеспечение там, устойчивости, там, например, да, и так далее и тому подобное. Концентрация программы технологической модернизации тех научных коллективов, которые будут участвовать в их решении, и поддержка отраслевой и корпоративной науки. Потому что когда экономика вернется к росту, главным источником ресурсов для развития научных организаций, в первую очередь занимаются прикладной наукой, станут ведущие отрасли. Потому что на государство и так будет перегрузка. Ренты меньше, задач больше. Значит, в более дальнем ключе, это последний слайд, это задача 4 модернизаций. Модернизация собственной науки, воспроизводство научных заделов, реализация прорывных технологических проектов, которые позволяют удерживать безопасность там, и добиваться развития тех секторов, за которые отвечает государство. Биобезопасность, там, цифровой и так далее. Вот, и ключевой момент – технологическая модернизация массовых отраслей, предполагающих переразвертывание прикладной науки на задачи тех компаний, которые смогут развиваться в новых условиях. Это про стратегию, про горизонт за пределами ближайших 3 лет, понятно. Как-то так. Все? Да, спасибо. Я сказал, что 2 минуты, хорошо. Ладно, коллеги, значит, как мы договаривались, 2 вопроса. Пожалуйста. У меня такой, Дмитрий Ильич, такой вопрос, немного философский. Вы считаете правильным создание Ростеха, создание института теплотехники у них там конкуренция нет, как они могут развиваться? В тех условиях. Вопрос, и накладные расходы, я с ними там делаю, и мы там сумасшедшие накладные расходы. В тех условиях стояла очень простая задача. У нас институт этим занимался. Значит, у нас была допущена грубая ошибка еще на рубеже 80-90-х годов, когда мы начинали великую реформу с соответствующими последствиями. Значит, когда мы открыли, на данном случае не институт, а свою интерпретацию, естественно, моя, да? Когда мы открыли экономику быстро, значит, обнаружили, что у нас хорошо развивается сектор, имеющий достаточно значительные экспортные доходы. И бывшие министерства, ставшие корпорациями, которые имеют этот экспортный доход. Это, соответственно, «Газпром»,
бывшее этот самый производственное объединение в нефтянке, производственное объединение бывшее в металлургии. Значит, и они стали быстро формировать под себя институциональную структуру. От структуры там, интересов, представительства и так далее. А в технологической сфере мы получили россыпь заводов, некоторые из которых ухватили технологии в зубы там, и, значит, соответственно, продавали продукцию сами по себе. Просто не хочу там пальцем тыкать, но я думаю, что люди понимают. Значит, но обеспечить ни накопление капитала, ни воспроизводство технологических заделов не имели. И мы столкнулись с ситуацией, когда так или иначе встроенные в рынок вот эти сырьевые корпорации развиваться могут, а россыпь там технологических, гражданских и военных производств развиваться не может ни в смысле капитала, ни в смысле институтов, потому что заводишка не представлена на уровне просто тех, кто принимает решения. Нет в смысле научных заделов. Вот на Иркуте истребители производили. Они что, разрабатывали? Нет. Они там были оторваны полностью от ВПК сухого. Да, мы будем сами. Ну и долго вы сами сможете. Можно узнать. И что будет, когда вы уже не сможете? И, соответственно, мы стали простыми и не очень изящными способами собирать эти активы в кучу для того, чтобы, во-первых, они были представлены на уровне институтов госкомпании. Во-вторых, чтобы замкнуть там более-менее цикл воспроизводства научного и технологического. Красиво, некрасиво, все блестяще, не блестяще, но если бы это сделано не было, мы сейчас поняли просто пустыню в технологической сфере. Какие-нибудь там выяснилось, что они там деградировали. Понятное дело, что по мере деградации там разбегается технический персонал, а оттуда им перестаешь платить, они бегут. Да привет. Я считаю, что как бы вам был вопрос, был ответ, ну а дальше уже все дискуссия. У вас прозвучало в одних из первых пунктов, это переход на цифровую технологию. Вопрос конкретный. Сколько планируется построить цехов или заводов по созданию микроэлементной базы? Или их нет вообще? Значит, соответствующие... Значит, импортозамещение, вопрос понятен. Да. Значит, первое, сколько, значит, отвечать не буду. Во-первых, там это дело, значит, частично планируется и строится для госнужд. Проблема там серийности. Потому что в части оборонки мы можем позволить себе производить, что хотим, за более-менее игнорируя, в разумных пределах, игнорируя экономику. Какая разница, сколько стоит процесс, обеспечивающий противоракетную оборону Москвы? Вот, да никакой. И сколько он жрет энергии по сравнению с американским аналогом? Еще менее никакой. Да хоть там атомную электростанцию построим, лишь бы работал. Вот. Но как только вы сталкиваетесь с ситуацией, когда у вас необходимо массовое производство, то есть, конечно, модуль ГЛОНАСС в каждую скорую, тогда возникает вопрос, я уж не говорю в каждый телефон, да? Да, возникает вопрос о масштабах производства. У нас с масштабированием у нас некая проблема есть, потому что мы страна достаточно большая. Там у меня был последний пункт выращивания чемпионов. Да? У нас страна достаточно большая для первого шага, но слишком маленькая в размере мирового рынка. Поэтому, скорее всего, когда пыль уляжется, нам предстоит так или иначе возвращать сотрудничество с Китаем в режиме «мы занимаемся топологией, математикой, там всякой вот этой вот историей, значит, замечательной». Китайцы занимаются массовым производством, масштабируя все это на весь мировой рынок. Потому что вот как мы будем пролезать на весь мировой рынок в этих условиях, мне там затруднительно себя вообразить. Ну, где-то будем там, надо полагать, как-то.